Спонсор програми – компанія «Лібралайн». Завжди онлайн. Привіт всім, хто впевнений, що майбутнє людства саме за високими технологіями. До вашої уваги свіжий огляд нових винаходів, а також завжди корисні поради експертів програми «Новини технологій». Інженери з Кембриджського університету розробили антипринтер, здатний видаляти текст з паперу. Новий процес дефотокопіювання використовує для роботи короткий лазерний промінь, який розігріває папір таким чином, що чорнила починають швидко випаровуватися з її поверхні. Створений метод дозволяє повторно використовувати папір, виявляючи турботу про навколишнє середовище і знижуючи витрати. Останнє особливо гріє душу. Японські вчені з Токійського університету розробили унікальний пристрій для навчання юних музикантів грі на музичних інструментах. Розробка являє собою два м'яких ремінця з електродами, які посилають стимулюючі імпульси до нервової системи. Таким чином, пальці, слухаючись цих імпульсів, грають запрограмовані ноти, а ваш мозок у цей час думає зовсім про інше. Зрозуміло, що на цьому японці не зупиняться. І незабаром будь-хто за допомогою таких пристроїв за лічені секунди зможе володіти технікою кунг-фу або танцювальними рухами латиноамериканської програми. А мозок при цьому перейде в режим деградації. Наступні кілька хвилин нашої програми стануть корисними тим, хто розраховує лише на власний мозок. До вашої уваги поради експерта. Сегодня мы поговорим о том, почему ремонт компьютерной техники нужно доверить профессионалам. В целом, качественный ремонт компьютерной техники зависит от трех факторов. Опытом сервисного инженера, наличием у него диагностического оборудования и возможности поменять вышедшую из строя деталь. Именно эти три фактора мы постараемся сегодня рассмотреть. Во-первых, негарантийный ремонт – это ремонт, связанный с восстановлением работоспособности сложных многослойных печатных плат, пайкой микросхем и других радиодеталей. Поэтому его должен выполнять только специалист. Второе преимущество ремонта в официальном сервисном центре в том, что изделие, системный блок, монитор, ноутбук, КПК или навигатор ремонтирует тот же инженер, который сертифицирован производителем на гарантийный ремонт. А в подвальной фирме ваш любимый фотоаппарат или ноутбук разбирает и паяет зачастую далеко не самый квалифицированный инженер. Третье. В сервисных центрах ремонт, например, ноутбуков, производит несколько квалифицированных инженеров. Это обеспечивает высокую скорость выполнения работ абсолютно любой сложности. Из всего следует, что в сервисном центре ремонт компьютеров производят профессионалы, гарантирующие и должное качество, и своевременное выполнение заявок. Если говорить о услуге на выезде, то здесь все действия по ремонту выполняет один человек. Причем очень часто его квалификация вызывает сомнения, ведь время по-настоящему опытных специалистов стоит довольно дорого, и они не станут терять его на разъездах. К тому же весь набор диагностического оборудования для ремонта с собой взять просто невозможно, соответственно, как и выполнить качественный ремонт. Оборудование, применяемое во время работы. Вне зависимости от своего профессионализма, мастер ничего не сможет сделать, не имея специального оборудования, инструментов и расходных материалов. Как то, так и проводящие лаки, клеи, термоусадочные трубки, паяльные станции, осциллограф и прочее. В специализированных сервисных центрах все это есть в наличии. В домашних условиях без профессионального инструмента качественный ремонт выполнить невозможно. Замена комплектующих. Зачастую складывается ситуация, когда ремонт требует замены неработающих комплектующих. В современном сервисном центре всегда большой ассортимент запасных частей в наличии на складе. Обращаясь в сервисный центр, вы экономите свое время. Ремонт компьютеров следует доверять только профессионалам, которые знают о всех нюансах своей работы и гарантируют высокое качество ремонта, вне зависимости от его сложности. А на сьогодні все. Ви дивилися новини технологій. Незабаром зустрінемося. Спонсор програми – компанія «Лібралайн». Завжди онлайн.